Онежские и Кандалакские заливы, Соловки и Архангельск. Популярные маршруты парусных туристских путешествий. Но Белое море простирается далеко на север, за Полярный круг, где соединяется со студеным Баренцевым морем. Граница между Баренцевым и Белым морями проходит по условной линии, соединяющей мыс Каннин-Нос Каннинского полуострова и мыс Святой Нос Кольского полуострова. Именно эти носы и стали целью нашего путешествия 1999 года. Вот, мошки не было, сейчас не знаю. И вот из-за Нила горилла идет. Вот пигматитовые жилы, которые у нас были на каменном носу, это тоже последние из кристаллизующихся минералов. Краткая остановка на Соловецких островах. Это какого, 18 века, да? Или даже 17-го? Зайдешь? Ну, сейчас я. Ну, если я не оскорблю, христианскую. Вот как раз тот случай, когда объект и субъект взаимодействуют. Нашли друг друга. Да, взаимодействуют. Здесь по делу. Это не совсем природный объект, хотя очень близкий к этому. И выход. Я прошел все. И обратно на выход. И душа сразу воспарила. Солнышко. Уф, благодать-то какая. Вслед за бароном Мюнхгаузеном мы взяли себя за чук и быстро-быстро пошли со скоростью до 4 узлов и полным безветрием. Поверхность воды как отполированная. А за кормой журчит, все просто потому, что стрибок не оставляет нас своими заботами. А вот и город Архангельск. Вот так выглядит знаменитый архангельский яхт-клуб «Водник». Здесь произошла частичная смена экипажа. Будучи в Архангельске, стоит посетить Малые Карелы, музей-заповедник, находящийся в 25 километрах от города, вверх по Северной Двине. Thank you.
сказать, мотовка делается из молодой ели, вот, с корневищем, только корешки оставляются, заглаживается, кора снимается. Вместе с щумами, наверное, вытаскиваются, и они висят. Так, не отвлекай рулевого. Пойдем или пойдем? Пора. Пусть тракет. Ну, очень непросто. Оформив пограничные формальности и пополнив запасы, мы двинулись на север, за полярный круг. Первая стоянка – остров Мудьюг, входные ворота Архангельска. Обелиск памяти жертв интервенции 1918 года. Горло Белого моря ходили с крепким попутным ветром. Заход на стоянку в реку иногда оказывался весьма непростым делом. Надо загружать крайне. Северный полярный круг пересекли ночью и вышли к плоскому, как стол, острову Можжевец. Пересекать Медианский залив мы стали курсом на Москонушинске. Однако начавшийся северо-западный шторм заставил уйти на несколько миль южнее, чтобы укрыться за косой Конушинской горкой. В Мезенском заливе
Самая большая на Белом море высота прилива до 8 метров. Это заброшенная метеостанция Конушинская. Комичная ситуация. Оставленный на осушке верб немного сполз и ушел под воду на приливе. Когда уже сидишь в воде, то нисколько не холодно. Вот он наш спаситель. И на пороте. Посудили. Нет, похоже, не похоже. Вот так выглядит берег Канинского полуострова. Обрыв, а на нем тундра. Русло реки Кия. При полной воде оно разливается на несколько километров. А вот это Канинская тундра. Это что за обитатель тундры? Знаешь, как копытный лебедь. Что ты снимаешь? Становище Тарханова. Якорь растолешь. Thank you.
Возвышенность на севере Канинского полуострова называется Канинский камень. Геологи утверждают, что он является продолжением Тиманского кряжа, одной из ветвей Уральского хребта. Мыс Канин-Нос – самая северная точка маршрута. Канин-Нос за кормой? За кормой. Давай я поверну, чтобы Канин-Нос был за кормой. Вот. Ноль часов 15 минут. Берем курс на Святой Нос. Мы идем по условной границе Белого и Баренцева морей, по линии, соединяющей Канин-Нос и мыс Святой Нос Кольского полуострова. Святой Нос. Знаменитый Светоносский Сулой, образующийся из-за слияния Мурманского и Беломорского течений. Даже при полной воде и тихой погоде впечатляет. На 85-мильный переход с Канина-Носа на Святой нам потребовалось 15 часов. А всего от Тарханова до стоянки в Губе Савиха в Баренцевом море ровно сутки.
Солнышко греет. Как здесь с голубинами? Хорошие голубины. А кто знает-то? На самом деле, это летают пингвины. Восточный Накуевский залив. За ним губа Ивановская. Это одни из красивейших мест Кольского побережья. Был туда так далеко ходить, а здесь она клюет и клюет. Правда, семги нету. Есть только кумжа и елец. Но это еще так, ну покажи ельца-то. Вот елец. Вот это вот. Эй,
дубинушка ухнем. Эй, зеленая сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем. Вперед идем! Идем! Назад идем! Вот ты знаешь, если бы мы весла вынули, мы могли бы взять. Смотри, рядом сейчас убегает. Начался сплав. Входим в слив. Опа! Взят! Слив взять! Ой-ой-ой! Камни! Главное держать в струе. Держи, держи, держи. Отлично. Телемарк. Пошли. Так. Опа-на. Ты снимаешь? Давай, конечно. Ты правишь, а вас скрытое море, где за бурей не справиться нам в такую лихую погоду. Нельзя доверяться волнам. Пока мы балдели в Ивановском заливе, на нас медленно наползал атлантический циклон. Пришлось укрываться в небольшой бухточке за мысом Фадеева. Олениной нас угостили морячки с маяка на мысе Черный. Не вечер. Креветки почти. Креветки. Снова святой нос, но теперь уже по правому борту. Мы возвращаемся в Белое море. Губа долгая. Гранитный колодец, в который низвергаются сразу три водопада.
остается. А потом в середине между большим камнем и берегом. Чуть вперед. Полярный восход. Еще одна очень интересная губа Старцева. Минуем мыс Городецкий. Каньон реки Качковская. Пытается выпрыгнуть еще. Чей? Смотрит. Такого уже не бывает, да. Деревня Сосновка. Рядом с островом Сосновец. Географическим центром Белого моря. Дела. Зимой помчимся, потащим. Надо! Положи! Это называется говень. Последняя стоянка на Терском берегу, перед пересечением горла Белого моря, устье реки Пулоньга. И опять крепкий попутный, но теперь уже северный ветер возле мыса Зимнегорский.
последний лист нашего путешествия.